У нас продолжаются работы по муниципальному контракту. У нас как раз по этому муниципальному контракту осталась крайняя улица, это улица Промышленная. Она полностью в асфальте будет от бордюра до бордюра. Промышленная у нас начинается от Ленина до Астраханской, будет полностью перекрываться асфальтобетонным покрытием. На сегодняшний день на улице подняты более 40 коммуникационных люков. Проведена фрезеровка дороги и установка нового бордюрного камня. Следующим шагом будет укладка выравнивающего слоя и асфальтирование. Сейчас движение по Промышленной частично ограничено. Дорожники установили предупреждающие знаки, но большинство водителей их попросту игнорируют и продолжают въезжать на улицу, мешая работе техники. Также тормозят работу и припаркованные на улице автомобили. С 18 декабря улица будет перекрыта для движения. Объезд будет осуществляться по улице Лермонтова.